Все, завезло друзья. Среди старших это был человек с такой прядью, с большим носом, такой белый блонд, в бархатной куртке, он говорил, Бог. Не помню, я его когда спросил, что, когда я уже стал работать в «Синей птичке», мне посчастливилось работать под его руководством. Было удивительно интересно. Я спросил, Николай Павлович, ну почему же вот я мальчишка, мне было 14 лет, я бегал, вы говорили такие вещи, сойти с ума. А это очень просто, дорогой, это мальчишка. Я всегда выступал в Кремле на любых мероприятиях. И вот один вечер, это был 3 часа в году, до неприятности, меня подозвал Сталин, окруженный дипломатическим корпусом, положил мне руку на плечо и сказал, это мой шут. И после этого я говорил все, что я хотел. Вот он трагедия времени. Так вот в то время, вот в эти времена, был такой замечательный артист, как у нас всегда забывают, Иван Байда. Я в театре эстрады, поэтому я обязан его вспомнить. Иван Байда, я о нем написал целый рассказ. Плохо говорил. Тихо себе, двадю какую. Когда мы говорили слово на собрании, кого он называл, на мост концерт. Он говорил, он выходил, ему давали слово, потому что он был ведущим артистом. Он говорил, везде я режу, вот я. Везде я режу. Потом председатель сидел слово для перевода и мне. И только Иван сказал, Иван, кажется, говорил гениальную вещь о том, как реконструировать там эстраду и так далее, и так далее. Так вот, в стенах театра эстрады, работала синяя птичка, в которой принимал участие артист Иван Байда. Николай Павлович Миронов-Сокольский был великий демократ. А какая там демократия без дисциплины? Все, миф. И вдруг он опаздывает на полчаса. Это невиданно. За 5 минут выговор снижали зарплаты. И вдруг он входит под крупнейшей мухой. Так на календаке. Как он, микардика? Разрыв микарды за счет укуса правнуков за мягкое место. Вот можно было 126 годов прожить, и вот так вот все, ой, не знаю, блин. Да тоже кто я виноват, ну сколько раз говорили, заходите в туалет, как путные люди. Нет, она в коридоре развернется и спиной вперед идет туда. А вон правнук, господи, пацанишка сидел уже на горшке, не видал же никогда что. Ну как со страху укусил ее за мягкое место. Да, она прям в проходе осталась. Да хорошо, он вовремя ее укусил, запоздает чуть все, 2 трупа в одним голову. Сотырила бы она его. Еще полшага и все. Вот и скажи, что не судьба. Укусили вон где, а лопнула, честно. Один из самых таких любимых рассказов, который называется «Любовь». Такой пожилой человек, ворчун, но, естественно, изначально очень и очень добрый души человек. Сидит на лавочке, я подхожу рядышком, присел, спрашиваю, «Дядь Паша, как жизнь?» И вот он. На один вопрос отвечает по самым таким рассказам, который называется «Любовь». Сидит такой, весь. Кищука. А что тебе надо? Ходишь тут. Прокуроришь. И зато я, кстати, тоже дурной какой-то. Ага, это я тогда был
взялся, слышь, голым в деревню за бутылку пробежать. Вот есть мозги, нету? Голым за бутылку. Я бы за две не побежал. Да куда я побегу с одной ногой? Проскакать разве что. Они же специально, мужики, все подгадали-то. Подождали, когда бабы за коровами пойдут. Ну, и голова его выпустили навстречу к ним. Ой, они как его скрутили. Там это в крапивец измуздыкали всего. Прибежал, не поймешь, бежал не вперед. Вздувалось все. Ой. Рот, помню, нашли, тогда я приняли. Где зас? Ума-то нету. Иду, матерюсь, на чем свет. Тут этот мосток через речушку-то. Ну, ты знаешь, где мосток. Но ему же вниз надо. Нет, даже ничего нет. И чего я с одной ногой? Брось, это надо здесь. Это там. Смотри-ка. Дескать, не бросай. Двери. Дескать, и горшки за тобой таскала. Когда ноги-то лишился, что-то ребятёшки все на ей были, я и шо с вами. Я говорю, что было, то прошло. Прощай, говорю. Саша! Ты сам пришпинался, уперся, тормозил. Да не тема, я уже слышу. Ой, как соскользили, не знаю. Мосток это тоже. Петя Шарсков там руку сломал, помнишь? Ну, вот он и ее. Тоже дурак, убил девок из-под мостка. Помогает, если он вспомнит. О, с утра залезет под мосток, сидит, ждет, когда девки пойдут, не жрамши весь день. Ну, они идут, он... Yeah.
Что я получу? Получи ты. Юрик, с твоей мамой мы 20 лет в браке. 20 лет брака. 20 лет брака. Ні, ну це ж 20 рублів є. А яке ж воно ще може бути вилучено? Це ж полукопчено. Та 18 рублів здається. Сиру палку нормально, хорошую, сыро дерево. Неси, Валерий, сюда. Не, рубай.
тобі осталося, мучиться. Якщо б десь в якомусь барі сидів, нога зібачки не поліза на чого. Де не випубили? Придумай, чи горлові надураєш. Вони кажуть. О, палку. В результаті 20-летнього брака. Двадцять лет назад, в результаті брака, були в браку мій дідусь вдвоє. Зараз у браку в нас аж 5. Аж 5. Через 20 лет. Діда, будь простою бабою. Умій свої емоції здержувати. Все, обращаю внимание на тех людей, кто тебе оказывает знак внимания. Хороший знак. Сказали. Чуть треба присолити. Не звали! Диви, не звали. Я тобі одне і це оставлю на селяні. Виходи. Аби. Виходи. Ходіть кромки жінкову тих остерих, Павло, що ти облазиш там? Не бурці. Знаєш, ти там вже піску там у їх вже. Де? У їх піску, де не пісок катери. Ну входьте, вони старі, там воно ж пам'ятано, піщинки бойові. Посидіть, які пошу шмітати. Зараз подлог. Колик не возникає, коли старші роблять. Мені головне, що дивись з ним, щоб він пиль не пускав шашлики туди. Не буде тобі пиль у цій шашлики. Сіпко. Жару туди подсіпко. Не треба вже жару, воно дойде. Або нижче забий, нижче пусти. А йди попробуй. Ну зачекай. Ну як, де тут зараз картошка з яйцями? Зараз вам лопатку взяли, да? А? Лопатка була, правда? А тебе немає?
Вена. Крышку, может, крышечку тебе брить? А, не, не. Ты же сам. О, иди сюда, бегом, иди сюда. Бегом, елки-палки, бегом. Скоро не спим. На, Валера, ты любишь картошку жареную жил? Не, подожди, я жару досыплю. Чим? Сюда, сюда. Что мы говорим, это длинный снимать. 10 год брака. Ой, 20 год брака. Кому? Тебе брак? Нам, наши, у брак. Тебе это брак? А? Подивись. Алло, сами. Это брак? Тогда еще не был брак. А ты бачите? Оце будет брак. Хай буде сьогодні, хай буде. Хай буде на кінокамері записано, оце буде твій брак. Юрко! Все нормально, так? Бить тебе великим футболістом. Спасибо. Ми з собою жили кінцю води. Сюди можеш набрати, але площадка далі, площадка. Я думаю, бачиш, я думаю, сьогодні ми вийдемо, що ми вийдемо ще це до Рудні вийдемо. Ну, там десь є, де дираці, так. Да, думаю, туди. Наш Шурик робить уроки. Ого. Хлопчик і дівчатка грали м'яча. Оленка і Ігор пішли по квіти. Короче, двоєчники. Шурик весь в синяках. Вставай, двоечник.
Che prelesso occupato! Ведуть Горпініча. Бабая мама. Бабая мама. Дід Бабай. Дід Бабай. Це, Василь, я тебе заложив. По-хорошому. Ха-х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 а-
Саша, не могли покупаться. Петрович, я успокоюсь.